впервые, впервые на моем канале я нашла сокровище. Это шариковая ручка. Да. Хотя ты пират за ручку дал краба. Это нечестный обмен. Но посмотрите, какой миленький. Это зуб акулы. Обалдеть. Вот это сокровище. Катя, что это? Что это? А, мамочки! Мамочки, помогите! Это что такое? Кто-то надел себе на голову огромнейшую тыкву, котят! Всем привет, котята! Я кошка Лана. И сегодня мы с вами отправляемся на остров искать сокровища. Да-да-да, тут должно быть очень классно, так что поехали! Итак, вот я здесь. У меня есть рюкзак. Кстати, неплохой такой походный рюкзак. Сюда даже может много сокровищ поместиться. И стрелочка указывает мне куда-то, где я получу свое первое сокровище. Наверное, где-то здесь. Или вот там. Ага! Вот это место, отмеченное синим крестиком. Интересно, может быть, синий крестик это уже сокровище? Но вряд ли. Итак, копать я, судя по всему, буду тазиком, как и все ребята, которые не умеют еще играть в эту игру. Так, подождите, и нет, мне нужно встать сюда. Ага, а теперь взять детектор металлический. То есть этой штукой я должна понять, есть ли здесь что-то или нет. И теперь мне сказали, что здесь есть сокровище. А теперь, собственно, тазиком. А, нет, это сито, простите, это сито. С помощью сита я буду искать сокровище. Так, смотрите. Я что-то открыла, у меня есть какое-то сокровище. А как его посмотреть? Это ручка. Котят, впервые на моем канале я нашла сокровище. Это шариковая ручка. Да, шикарно, по-моему, отлично. И теперь мне нужно отнести это сокровище куда-то. Я не думаю, что шариковую ручку, найденную в песке, нужно куда-то относить. Но давайте, раз нам говорят. Так, давайте продадим ручку. Интересно, кто покупает ручки? Вот этот пират. Странный пират. Так. Подождите, кто это? Мне дали краба? Хотя это пират за ручку дал краба. Это нечестный обмен. Но посмотрите, какой он миленький. Котят. А, его зовут Грейс. А его можно переименовать. Но я не буду его переименовывать, мне нравится. Ну, я думаю, что тогда нам нужно копать. Итак, мы берем металлоискатель. Здесь нет сокровищ, здесь нет, здесь тоже нет. Интересно, как металлоискатель нашел шариковую ручку? Они же из пластика, может это пластикоискатель? Не знаю, как это, столько вопросов. Никаких сокровищ здесь. Вот здесь есть сокровище, вот здесь. Сейчас мы узнаем. Ну что, Грейс, давай искать. Что здесь у нас? Ну-ка, так, еще немножечко, Грейс, копай. Смотрите, Грейс помогает мне копать. Я нашла очки. Это, кстати, уже больше похоже на сокровище. Это классно. А можно их надеть? А, нет, нельзя. Классные очки, розовенькие, мне нравятся. Ну ладно, не буду надевать я чужие очки. Может, хотят, может быть, это бюро находок. И мы относим шариковые ручки, очки и все прочее к тому пирату, который раздаст это тем, кто потерял. Это было бы классно, потому что грустно, когда кто-то теряет очки, ручки и прочее. Так. А нам осталось еще немножечко. Ну же, давай, Лана, ищи сокровище. Что? Шоколадная монета? А не думаю, что кому-то понадобится его шоколадная монета после того, как она полежала в песочке. Но почему бы и нет? А мы продолжаем. И как мой металлоискатель нашел шоколадную монету? Это загадочный металлоискатель. Очки я еще поверю, да, там же есть какая-то часть металла. Но вот чтобы шоколадную монету. Это странно, очень подозрительно. Может, монета не шоколадная, а меня просто пытаются обмануть. Может, это настоящая древняя монета. А мне говорят, да, это шоколадная, она стоит 3 копейки. А я такая, ну ладно, хорошо, вот возьмите мою монету. Надо еще посмотреть ценообразование здесь. Итак, еще одна шоколадная монета. Да я говорю вам, котят, они очень дорогие и древние. Наверняка за них нужно просить огромную кучу денег. Так, а мы ищем дальше. О, вот есть сокровище, вот здесь. Котят, это так интересно, я не знаю, я бы... Подождите, да, мой рюкзак полон, а я только нашла место с сокровищем. Вот так вот, за этим нужно следить. Ну что, Грейс, пойдем, Грейс. Катя, подождите, по-моему, моя голова стала больше. Точно, когда я только здесь появилась, у меня не было такой огромной головы.
Либо это крабы на меня влияют, либо это повышение уровня, я еще не знаю. Подожди, Джордж? У меня есть еще и Джордж теперь, Джордж? А Джордж перевернулся! А где Джордж? Так, вот Джордж, но он бежит за другим парнем. Это нечестно, Грейси, это должен быть наш с тобой друг, я же видела, он появился там. Это очень странно. Ну ладно, Джордж, пойдем. Джордж сам копает? И Грейс сама копает? Может, это мои ребятки, правда? Я не уверена, но возможно, возможно. Но я ищу сокровище. Где-то здесь было сокровище. Я ж видела его. Возможно, его кто-то уже убил, пока меня здесь не было. Ну и да ладно, ну и не важно. Вот здесь сокровище, отлично, давайте копать. Ребята, Грейс, где ты там? Ага, вот они здесь. Что это? Подождите, подождите, я нашла зубную щетку. Ух ты, использованную зубную щетку. Вот это сокровище, так сокровище, мне нравится. Здесь тоже что-то есть, давайте быстрее копать, ситечком, быстрее. Так, ну немножечко еще осталось, ну-ка, и что же я найду сейчас? Давай-ка, давай копай, Лана и Грейс, помогай. Еще одна шариковая ручка, это классно. Но, котят, я думаю, что мне нужен уже рюкзак побольше. Я не знаю, где его добыть. Но давайте вот последнее сокровище найдем и пойдем покупать. Потому что я думаю, что, по идее, мне же должны уже дать возможность купить рюкзак побольше. А то что это такое? Я только ручки туда могу засовывать, да, очки? Вот здесь сокровище. Итак, Грейс, Грейс, ты не там копаешь, иди сюда. Иди ко мне. Итак, давайте копать. Давайте. А что еще мы можем тут найти? Ну-ка. И... тыкву! Я нашла тыкву, котят, вы представляете, это шикарно. Тыква, по-моему, это вообще супер, просто обалдеть. Тыкву нашла, тыкву на пляже. Вы когда-нибудь находили тыкву на пляже? А ну-ка напишите в комментариях, кто находил тыкву на пляже. Я лично, нет, это моя первая тыква, поэтому можете меня поздравить. И погладить для меня, и Грейс тоже. У кого-то там побольше крабик бегает. Ну а мы с Грейс идем все продавать. Итак, забирайте. И моя голова уменьшилась. Как это происходит, котят? Что? Почему? Столько вопросов, столько вопросов. А мы идем в магазин. Здравствуйте, Тритон его зовут. Ух ты. И мы еще ничего не можем купить, потому что все очень-очень дорого, котят. Это ж сколько мне нужно здесь будет играть и копать, и находить сокровища, чтобы купить себе хотя бы новый рюкзак. Ну, смотрите, тут есть какие-то телепорты. Давайте попробуем телепортироваться в снега. Мы же на острове, какие тут могут быть снега? Ну, поехали. Ага, котят, что это? Что это? А, мамочки, мамочки, помогите, помогите, я застряла. Спасите меня. Это что такое? Кто-то надел себе на голову огромнейшую тыкву, котят. Ладно, ладно, хорошо. А мы идем сюда, давайте смотреть. Я смогу здесь вообще найти сокровище? Так, здесь нет сокровища. И правда, котят, мы во льдах, тут есть снега. Классно. Ну, давайте искать. Здесь нет. Может быть, мне не дадут здесь никаких сокровищ, скажут. Вот здесь сокровище, интересно. Я достаточно сильна, чтобы копать это место. Ну-ка. Нет, и у меня не хватает еще сил. Ну и ладно, ну и пожалуйста, вернемся на пляж. Зато я увидела этого парня. Он очень странный, но мне нравится. Классно, отлично выглядите. Я не знаю, почему он стоит, может, он не может ходить. Ну ладно, возвращаемся сюда, нас тут много. И мы продолжаем. Так, вот здесь нет сокровища, здесь тоже. О, вот здесь есть сокровище, отлично. Ну-ка, давайте, что нам попадется? Вон кто-то там, кстати, тоже тыкву нашел, вон налетала в воздухе. А я пытаюсь найти, даже не знаю что. Еще одна тыква! Сегодняшний день очень богат на тыквы, хочу вам сказать. И вот здесь еще какое-то сокровище. Это классно, это здорово. Давайте раскапывать это все. Котят, это немного долго, как все игры такого плана. Но мне нравятся еще одни очки. Неужели тут будут повторяющиеся вот эти вот сокровища? Ну ладно, мне хотя бы 3 насобирать. И посмотрим, что мне за это дадут. И смотрите, крабов-то можно кормить. А я могу чем-то покормить? О нет, у меня нет никакой еды. Ладно, ладно, Грейси, подожди. Я не знала, что тебя нужно кормить. Я не знала, что крабы сами не едят. А давайте все продадим и посмотрим, что мы можем купить для моих крабов. Так, вот, забирайте. Так, здравствуйте, Лавиния. Лавиния, у вас есть еда для крабов? Ага, это крабы. А еда для крабов?
Нет, котят, нет еды. А как я достану еду для крабов, если она нигде не продается? Вот это номер, конечно. Ну ладно, ладно, Грейс, а я сейчас тебя обязательно чем-нибудь покормлю. Вот листик, хочешь, ешь его, смотри, вкусный листик. Нет, не нравится? Ладно, ребята, ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем. Итак, котята, я не нашла никакой еды для Грейс, но зато она сама подросла, она уже 6-го уровня, и это здорово. А еще мы подзаработали денежек, и мы идем покупать новый таз, то есть сито. Это не важно, потому что таз, сито, какая разница? Главное, что этим новым тазом или ситом мы сможем копать ледяные глыбы. Да, и я думаю, что там должны быть какие-то более классные сокровища, так что давайте купим его скорее. Отлично! У меня есть новое сито, оно такое синенькое! Здорово, и я потратила на него все свои деньги, мне даже на новый рюкзак не хватит. Но мы с вами отправляемся в снежные земли и будем копать там. А ну-ка! Отлично, вот еще какая-то девочка, она тоже готова копать здесь. Итак, Катя, я знаю, что для того, чтобы найти сокровище, нужно вот так вот ходить и выискивать его металлоискателем. Но знаете, что я обнаружила? Можно просто подойти и копать вот так вот ситом, и когда-нибудь ты наткнешься на сокровище, а еще и денег заработаешь, пока будешь копать. Так что, Катя, это можно сказать даже такой небольшой лайфхак. Вот я копаю, и сейчас как-нибудь... Да, смотрите, я выкопала шоколадную монету. Так что, в принципе, можно копать где угодно. Главное, чтобы вам помогал ваш краб. А Грейс отлично справляется. Знаете, мне кажется, что половину всех сокровищ она нашла сама. Потому что она очень классная. Смотрите, она правда копает. Правда, вот сейчас она раскопает. И там, возможно, что-то появится. Ага! Интересно, смотрите, серфборд, то есть это доска, и, по-моему, ее все-таки нашла Грейс, не я. А сейчас мы посмотрим, когда она прогрузится, как она выглядит. Это должно быть здорово. Смотрите, это настоящий серф, что он делал во льдах, я не знаю. Но, по крайней мере, это классно, это здорово. Итак, мне осталось найти еще какое-нибудь третье сокровище. Давайте попробуем поискать его с металлоискателем, потому что, ну, а вдруг оно так будет лучше, потому что это все-таки карта второго уровня, и, по идее, тут должны попадаться более классные сокровища. Вот, давайте здесь попробуем. Итак, ну-ка давай же, Грейс, помогай копать. Ну-ка, кстати, котят, я заметила, что когда ты очень долго копаешь, смотрите, это банка газировки. Обалдеть. Может, там даже есть газировка. Вот это сокровище, вы представляете? А еще, как только вы долго копаете, у вас очень сильно увеличивается голова. Да, возможно, вот этот парень просто перекопал тут все и поэтому взлетел на своей голове. Да, почему бы и нет? А мы отправимся на пляж продавать все вот этому мистеру-пирату. Итак, его зовут Черная Борода. Отлично. Вот Грейс там уверенно копает. Может, тут есть сокровище? Нет, нету. Грейс копает просто так. Но, кстати, она помогает, и это здорово. Так, ну дайте же мне сокровище какое-нибудь. Котят, вот здесь что-то есть. Давайте посмотрим. Может, оно правда будет выше уровнем, и я смогу выменить его на что-то классное. Смотрите, это маленькая жемчужина. Маленькая раковина с жемчужиной. Обалдеть, котят, это классно. Значит, все-таки нужно копать с помощью металлоискателя. На той карте в песках, неважно, можете просто копать, и когда-нибудь вы накопаете на сокровище. Но когда у вас уже есть более крутое сито, то вам определенно нужно искать места, в которые нужно сеять. Да, сеете лед. В данном случае лед, я не знаю, почему нам не холод. А подождите, вот здесь... Мне попалась всего лишь батарейка. Это сокровище первого уровня. Ну ладно, ладно, давайте искать. Нам осталось немножечко, и я смогу позволить себе новый рюкзак. А туда, наверное, и больше сокровищ поместится. Это будет здорово. Вот еще одно сокровище. Ну давайте, ну что-нибудь классное. А то, знаете, там на пляже иногда можно и носки найти грязные. Да. Ну а я нашла всего лишь очки. Но вроде неплохо. Неплохие сокровища я набрала. Давайте их побежим, продадим. Голова у меня не такая огромная, потому что я мало льда накопала. И... Вот он наш пляж. Я не знаю, зачем этому черной бороде нужно столько всяких потерянных вещей, типа носков, батареек, очков. Вот жемчужина, да, это я понимаю, это сокровище. А остальное, не знаю, котят, это странный парень, но я думаю, что сейчас мы последний раз ему продадим все, что здесь найдем, и купим себе новый рюкзак. Мне нравится эта игра. Котят, что это здесь?
Так, подождите, вот здесь где-то, где здесь было сокровище. Вот здесь вот сокровище. А там, смотрите, как будто кто-то невидимый копает котят. Ага, я нашла пляжный мяч в снегах. Это странно. Вот здесь вот какое-то сокровище котят. Может, мне так подсказывают, что оно здесь есть? А ну-ка, может, тут правда что-то классное? Смотрите, и вот там вот что-то. Ага, ничего классного. Давайте вот здесь попробуем найти. Да, и здесь какое-то сокровище котят. Так, может быть, карта сама подсказывает носок? Спасибо большое за носок. Давайте еще здесь поищем. Еще здесь вот где-нибудь. Нет, ничего. Это странно. Может, здесь копает кто-то невидимый? Потому что я иначе не могу этого объяснить. Так, где-то вот здесь еще было сокровище. Я, по-моему, пробегала. Ага, отлично. А, подождите, у меня рюкзак уже полный. Почему меня обманули? Ну ладно, идем продавать абсолютно неинтересные сокровища. Итак, вот он наш пляж. Вот он наш пират, который очень любит грязные носки, судя по всему. И всего лишь 17 монет. Это как-то дешево слишком. Ладно, давайте еще раз бегаем, потому что на новый рюкзак мне нужно 300 монет, в общем. И я собираюсь их заполучить. Вот здесь сокровище, отлично. Так, никто у меня его не заберет. Это мое сокровище. Грейс, тоже копай. Копай лапками, помогай. Отлично, я нашла конус дорожный, котят. Это здорово, это очень дорого. И кто-то говорит Ивму. Это странное слово. И здесь тоже какое-то сокровище, котят. Я думаю, что скоро я уже насобираю себе на рюкзак. Ага, это тыква, отлично. Тыква во льдах. Ну, замороженная тыква, знаете, как в супермаркетах продается иногда. И последнее место, где есть сокровище. Ну-ка, давайте, пожалуйста, я очень-очень хочу какое-то классное сокровище получить. И это будет... Ну-ка, ну еще немножечко. И это будет... кто-то украл мое сокровище. Я не могу найти сокровище, оно же здесь было. Эй, котят, что происходит? Ну-ка, подожди, давайте проверим. Здесь вообще есть оно? Нет, кто-то угнал мое сокровище, котята. Вы это видели? Оно здесь было? А теперь его нет, но зато здесь есть. Так, никто не угонит от моего сокровища. Мое последнее... Это зуб акулы, котята. Обалдеть, вот это сокровище. Отлично, а сейчас мы идем продавать все пирату и покупать себе новый рюкзак, потому что я заслужила это, да. А мне вот интересно, сколько денег он даст за зуб акулы. Господи, посмотрите, какая толпа ребят тут. Обалдеть, они все бегут, по-моему. Ого, и много денег мне, кстати, дали. Они все бежали куда-то в пустыню или в какие-то классные места, которые мне пока еще недоступны, потому что у меня слабенький тазик или сито. Неважно. В общем, я хочу купить рюкзак. Да, вот этот рюкзак путешествует. Даже 7. 7 мест там есть. Да, на 7 сокровищ. Отлично, я покупаю. И смотрите, как он хорошо выглядит. Мне нравится. В общем, котят, кому понравилась эта игра, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Лео, оставляйте свои комментарии. Ссылку на эту игру я обязательно оставлю в описании под видео, так что каждый из вас сможет в нее поиграть, у кого есть Roblox. И я думаю, на этом все. Всем пока и спасибо за просмотр.